Добрый вечер. Ну, здесь вообще должен был стоять Анатолий Георгиевич Кушниренко и обо всем рассказывать. Но вчера вечером выяснилось, что он приехать не сможет. Поэтому за весь наш авторский коллектив придется здесь отдуваться мне. Значит, мы будем говорить о семействе кумир, пиктомир и пиктомир К. Ну, про кумир говорилось уже много раз. Про пиктомир тоже. Пиктомир-К это сравнительно новая разработка, которой я уделю чуть больше внимания. Вот немножко ностальгии, немножко истории. Наш коллектив под руководством Кушниренко выступал, по-моему, на всех этих конференциях, сколько их было. Сегодняшний доклад 25-й. Вот красным цветом в этом общем списке выделены такие наиболее ключевые моменты разработки. Ну и вот если посмотреть на всю эту историю, то, в общем, мы все эти годы на самом деле работаем над одним вроде бы простым вопросом, который сегодня уже в нескольких выступлениях затрагивался. Как должно быть устроено массовое обучение программированию? Вот как научить всех? Как научить школьников? Вот задавшись этим вопросом, мы и разрабатывали все вот те средства, о которых шла речь. Решив одну проблему, наталкивались на другую. Вот. Вот некоторые из этих докладов, как здесь говорится, были посвящены существенно новым методикам. Собственно, что такое изначально? Вот проблема-то в чем? Что когда человек осваивает что-то новое, желательно, чтобы он не отвлекался на какие-то сопутствующие вещи. Откуда, собственно, вырос кумир? Кумир вырос из идеи, что когда человек учится программировать, он должен решать задачи, а не изучать язык, не изучать систему, в которой он работает, не бороться с системой, а должен решать задачи. Отсюда получился кумир, в котором были предельно упрощены и сделаны прозрачными многие вещи, которые вызывают традиционно сложности у начинающих в процессе программирования. Но оказалось, что, в общем, это не решает проблему, об этом еще дальше в докладе будет. И дальше появился пиктомир. Совсем простое программирование, изначально ориентированное на маленьких детей. Все без программирования, без текста. Программирование, в котором не надо писать никаких слов и не надо читать никаких слов. И дети, которые еще не умеют читать и писать, оказывается, могут это делать. Вот, ну, опять забегая немножко вперед, я про это собирался чуть позже сказать, но вот вспомнилась цитата замечательная. Я минувший учебный год вот лично вел группу дошкольников, работал с ними в этой системе. Очень интересный опыт, сам первый раз такое делал. Вот. И вот как-то одна девочка при мне, не мне, как бы людям, которые ее стали спрашивать, что я как, объясняла. Нет, говорит, читать-то я не умею, а программировать умею. Вот. Ну вот оказалось, что вот эта ступенька между пиктомиром и кумиром, она тоже слишком высокая. Вот этот переход от бестекстовой системы к текстовой оказался тяжелым. Так появилась в середине система пиктомир-К, и вот у нас среди разработчиков мы ее ласково называем пиктомир-К. Вот. Так, нет, это я не ту кнопку нажал, извините. Вперед, надо идти. Ну, вот эти системы сегодня уже достаточно известны. Ну, про пиктомирку пока мало кто знает. Она на самом деле уже есть в свободном доступе, она скачивается. Я, готовясь к сегодняшнему выступлению, последнюю обновил у себя, поставил последнюю версию, скачал ее из открытого доступа. Но мы ее пока сильно не рекламируем, она еще пока больше в работе. А вот пиктомир и кумир используются очень активно. Ну, ссылки на кумир просто по слову кумир в интернете найти сложно по понятным причинам, слишком много значений у слова кумир. Но вот такая интересная комбинация, утверждаю, кумир-программа или пиктомир-программа, выводит на документы каких-то официальных программ, учебных заведений. В общем, видно, что востребованность достаточно высокая. Но вот сравнение мы взяли с первого лога. Видно, что по количеству пока мы от первого лога отстаем, но порядок величины практически тот же самый. Вот, вот теперь где все это работает? Вот эти три стадии. Значит, на сегодняшний день, ну вот просто прям можно смотреть по слайду, значит, пиктомир — это в первую очередь образование дошкольное и образование в начальной школе. Значит, на сегодняшний день, ну, Анатолий Георгиевич об этом уже много раз говорил, в том числе здесь, есть такой замечательный город Сургут, где во всех детских садах работают с пиктомиром. А когда из детских садов дети стали выходить, то ребята из органов образования Сургута спросили, а дальше? И теперь это идет в начальной школе, и пришлось срочно разрабатывать дальнейшие ходы.
Пиктомирка пока в основном используется разработчиками и к ним приближенными. Мы пока ее сильно не рекламируем. Этот продукт пока еще не совсем вышел на тот уровень, когда его можно широко раздавать, но в принципе уже вполне работоспособен. Вот. Ну и кумир традиционно старшая школа, подготовка к экзаменам, фактически начальное программирование. От кумира уже можно достаточно легко переходить тем, кому это надо. Вот здесь попутно, да, традиционный вопрос, зачем там какие-то придуманные языки и так далее. Напоминаю, что мы говорим о массовом обучении, об общем обучении. Это вот в рифму к одному из докладов, которые сегодня звучали о фундаментальном образовании, что общее представление о программировании, минимальное умение программировать, это сегодня элемент общей грамотности, элемент общего образования, которое должно быть, того фундаментального образования, которое правильно выстраивает мозг и учит думать, которое должно быть у всех, и его нужно отделять от программирования профессионального. От кумира к тем, кому это надо, уже можно переходить к профессиональному программированию, этот переход оказывается достаточно несложным. Ну а в перспективе, вот опять лично я, вот как раз в этом году, который завершился, вот у меня было, я занимался практическим преподаванием, у меня было 4 группы детей разного возраста с использованием вот всех этих средств, и пиктомир, и пиктомирка, и кумир. Вот, очень интересно, как это все работает, как дети это все воспринимают. И, кстати, вот если кому-то захочется посмотреть, как все это выглядит, потрогать, я специально принес с собой несколько планшетов, на которых все это установлено. Можно взять планшет, запустить, посмотреть. Если кому-то во время фуршета захочется не только есть, пить, но и что-нибудь посмотреть, ко мне подойдите, я вам дам планшет, покажу, как это все работает, это можно будет попробовать и потрогать. Вот. Ну а в перспективе представляется, что это должно стать какой-то такой вот программой минимум для общего единого курса, когда в детских садах дети будут учиться основам программирования на пиктомире. И такой курс уже разработан, это действительно цельный курс, он включает в себя и практическое программирование в рамках этого пиктомира, и решение каких-то задач, и специальные упражнения, там очень много всего интересного. Вот Мира Вячеславовна Райко, тоже один из авторов нашего доклада, этим занималась. Пиктомирка — это вот как раз та промежуточная недостающая стадия, система, которая сочетает в себя элементы и пиктомира, и кумира. Да, там можно делать почти все, что можно в кумире, почти все, пока не совсем все. Мы сейчас обсуждаем, нужно ли делать действительно все или что-то нужно оставить для кумира. Но это делается в интерфейсе пиктомира, это делается через пиктограммы. И на программу вы можете посмотреть в 3 видах. Пиктомирка готова вам показать программу в 3 видах. В традиционном виде, где программа выглядит как в кумире, то есть просто обычный текст. Пиктомир-вид, где вся программа представлена в виде чисто пиктограмм, и промежуточный такой вот средний этап, в котором, собственно, ведется основная работа, где есть элементы текста, элементы пиктограмм. Вот эта промежуточная стадия как раз оказывается вот тем недостающим звеном. Вот опыт показывает, что дети легко переходят к этому, а потом оттуда к кумиру. Ну, сейчас про это как раз и будет. Вот. Ну, вот очень просил Анатолий Георгиевич сказать несколько слов как раз вот в тему конференции про свободное программное обеспечение. С некоторыми проблемами мы сталкиваемся такими чисто организационными, это чуть-чуть немножко в сторону, в связи с тем, что работаем в системе Академии наук. Очень хочется, и так это сегодня и происходит, чтобы все эти продукты свободно распространялись, чтобы их можно было скачивать, устанавливать, использовать. Сегодня так оно и есть. Но при этом вот мы попадаем, как тут написано, в серую зону, потому что у нас нет никаких официальных документов, которые разрешали бы нам вот эти продукты, разработанные в рамках госзаказа, разработанные на государственном финансировании, в Государственной академии наук. Нет никаких документов, которые позволяли бы официально вот эти разработки распространять как свободное программное обеспечение. С другой стороны, нет никаких документов, которые бы это запрещали. Поэтому все упирается в то, как на это посмотрит какая-то очередная проверяющая комиссия, начальство и прочее. Вот. И проблемы вот с сопровождением, потому что, опять же, финансирование идет на разработку, когда начинается поддержка, начинается сопровождение, начинается какое-то... Это уже не считается научной работой, это плохо финансируется. Ну, Анатолий Георгиевич человек гениальный, он как-то из всего этого выкручивается. Ну, вот проблема есть, он просил ее озвучить. Ну и вот вторая часть этого слайда. Значит, сегодня до сих пор мы работали в предположении, что программы все скачиваются из интернета, дальше работают независимо. Хотя уже сейчас пиктомир и пиктомирка, они работают без интернета, но как только они подключаются к интернету, они жадно начинают скачивать там новые задачи. Не обновление программы, а обновление задачного фонда. Вот. Ну вот в перспективе планируем выходить на программы.
которые будут непосредственно взаимодействовать с интернетом. В общем, сейчас ситуация такая, что практически в любом учебном классе можно предположить, что интернет скорее есть, чем нет. Так, ну, возвращаемся. Ну, и на сегодняшний день вот уже на государственном уровне признана, в общем, необходимость того, что мы делаем. И президент сказал, что нужно совершенствовать преподавание математики и информатики. И идет речь о том, чтобы это спускать в более младший возраст, чем мы, собственно, все эти годы и занимаемся. Что в результате? Вот как сегодня тоже уже говорилось, что фундаментальное образование не сводится к каким-то конкретным навыкам, конкретным умениям, которые можно приложить, что это есть развитие мышления. И да, мы наблюдаем это в детях, что дети, особенно вот интересно смотреть действительно на маленьких детей, дошкольники, начальная школа, они начинают как-то немножко по-другому рассуждать, начинают мыслить, начинают выстраивать какие-то взаимосвязи. Но с другой стороны, хочется видеть какие-то действительно измеримые результаты. Вот ученик должен научиться программировать. Это измеряется количеством и качеством задач, которые он готов решить. Сегодня в официальной государственной программе школ на программирование отводится порядка 20 часов. Это на самом деле немного. При этом декларируется вот здесь цитата, как бы структурирование наше, а сама фраза фактически взята из ГОС. В обязательных программах входит развитие умений составления записи и запуска на компьютере, алгоритмы для конкретного исполнителя с использованием базовых программных структур. Линейная программа, ветвление, повторение, подпрограмма. Это есть в обязательной программе, этого нет фактически. Этого сегодня не умеет большинство выпускников школ. Может быть, я не знаю, как обстоят дела в университетах там уровня МФТИ, может быть, туда приходят те немногие, которые действительно умеют. Вот мой опыт работы в университете города Переславля, который сегодня тоже упоминался, и опыт работы моих коллег в Москве показывает, что большинство первокурсников, которые пришли из школы, и даже некоторые из них сдали ЕГЭ по информатике, реально программировать не умеют. Ну, вот здесь коротко проанализированы причины этого, потому что всегда об этом говорили, но никогда это не было строго обязательным требованием, и фактически не знали, как этого добиться, потому что оказалось, что, в общем, те классические методики, по которым учили программировать, те, ну, на самом деле, не так уж много лет, как программирование существует и ему учат, еще 100 лет-то нет, совсем все свежее. Те классические методики, по которым когда-то учили нас, при переходе на массовое обучение, когда нужно научить всех, оказалось, что это не работает или работает очень плохо. Вот. А сегодня мы действительно готовы предложить эти методики. Проблема в том, что для того, чтобы действительно научиться, нужно решить много задач. Традиционные системы не позволяют быстро решить много задач. Система, эти самые графические, которые мы делаем, это позволяют. И дети действительно, ну вот у меня, мои дошкольники за год действительно порядка сотни задач решили. Вот в качестве примера, вот это как бы задача, взятая из ОГЭ 9 класса. Это одна из самых трудных задач, которые там есть. Вот робот должен пройти вдоль стенок, закрасить некоторые клеточки. Справа приведено полное решение этой задачи в пиктомирке. Ну вот это как раз то представление чисто графическое, без текста, представление пиктомира. И вот та же самая задача, ее начало в той же системе, но уже в кумир-формате. Намного больше слов, намного больше букв, и на то, чтобы это построить, уходит больше времени. Вот эту проблему нехватки времени мы таким образом пытаемся решить. Вот здесь некоторая статистика опыта моих коллег, которые преподают в Москве в Институте детства МПГУ. Если кто не знает, Институт детства — это факультет начального образования, факультет, где учатся будущие учителя начальной школы. Что когда-то пытались работать на кумире, и была задача из 100 задач, чтобы решили студенты 80%, и эта задача не достигалась. Сейчас за один год дается 400 заданий пиктомир, пиктомирка плюс кумир, и 80% из них студенты успевают решить. За счет того, что вот этот вот разгонный блок с простым вхождением, в ходе которого усваиваются те понятия, которые надо усвоить, и человек начинает понимать, что такое цикл, что такое ветвление, как вообще все это работает, как это структурировать, как вообще надо думать, чтобы составить программу, а потом, когда он научился думать, он справляется с проблемой борьбы с текстовой системой. Когда эти две проблемы приходится решать одновременно, проблему думать и проблему бороться с системой, у многих людей ресурсов на это уже не хватает. Так, есть ли у меня еще 5 минут?
Сейчас я намерен поправить. Вот это вот маленькое видео, где Анатолий Георгиевич показывает процесс решения задачи. Эту задачу начинает решать первоклассник, который уже примерно 35-40 занятий по программированию вначале в Пиктомире, а потом в Пиктомире К прошел. В частности, первокласснику уже известна космическая легенда. Это у нас космическая платформа, грузовой космодром, на нем сложены грузы, ящики и бочки. Это робот-двигун, который на этом складе упорядочивает, ставит их на нужные места. Сейчас его задача поставить эти ящики и бочки на зарядное устройство, чтобы там поддерживалась температура. А самому после этого надо встать на собственное зарядное устройство. Его со временем оттуда заберет ракета, перетащит на другой космодром. Надо написать программу для робота-двигуна. Вот тут направо задан шаблон этой программы. Это с одной стороны шаблон, с другой стороны подсказка. Здесь сказано, что в этой программе будет основной алгоритм и два вспомогательных алгоритма А и Б. Причем алгоритм Б уже дан, и он состоит в том, что надо 4 раза пойти вперед, бесхитростно. Глядя на картинку, здесь мы видим, что робот должен будет проделать однотипное действие. Этот ящик поставить сюда, этот поставить сюда и так далее. 4 однотипных действия. Тут у нас есть подсказка. Это однотипное действие будет под программа А. Ну, а чтобы это под программу А применить, надо будет поставить робота в начальную позицию. Итак, мы собираемся 4 раза применить под программу А. Вот у нас в системе Пиктомир К. Мы сюда ввели 4, сюда поставили А. Это А еще пустое. Мы не знаем, в чем она состоит. И еще мы не вывели робота в начальную позицию. Чтобы вывести робота в начальную позицию, откроем так называемую копилку и начнем выполнять действия, которые здесь указаны. Команды робота. Вперед, налево, вперед, направо. Вот эти 4 действия переводят робота в стартовую позицию. Их нужно вставить в начале программы. Берем табло копирки и ставим в нужное место программы. Давайте-ка посмотрим, что получилось. Вот программа А у нас пока еще пустая. Давайте посмотрим, что будет, когда мы выполним эту программу. Ну, робот получил 4 команды, ничего больше мы ему не давали. И, соответственно, теперь надо придумать под программу А. Чтобы придумать под программу А, снова включим копилку. Первым делом нам надо подвинуть этот ящик на 1, 2, 3, 4 позиции. Для этого у нас имеется алгоритм Б. Говорим, вначале выполняем алгоритм Б. Теперь разворачиваемся. Немножко перебивая Анатолия Георгиевича, прошу обратить внимание на еще один чисто методический момент. Возможность непосредственного исполнения команд, которые потом становятся частью программы. То есть тоже частая проблема начинающая, что когда ты пишешь программу, ты плохо понимаешь, как это будет потом работать. Надо сначала написать, а потом запустить. И здесь это удалось совместить. Потом со временем тоже из опыта в какой-то момент дети перестают пользоваться этой копилкой. Они уже понимают, как это работает, и понимают, что им быстрее сразу написать программу. Но поначалу эта копилка просто спасение. Все, извините, Анатолий Георгиевич, я вас перебил. Надо немножко будет подождать. Вообще в Пиктомире К есть средства ускорения этого процесса. Но я не буду вам забивать этим голову. Вот двигун оттащил эти ящики, но задача еще не решена. Вот тут видите, красным выделено, двигун не дошел на конечную позицию. Но это нам расплюнуть. Это цикл N раз. Сделать шаг вперед. И количество n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, равно 8. Итак, наша программа готова. Запускаем ее. Как я уже сказал, имеются для таких длинных программ, они встречаются, имеется турборежим, который экономит время вот на этот просмотр. Все, задача решена, мы получили молодца и научились программировать в системе Пиктомир К. Вот авторы доклада, это тот коллектив, который над всем этим работает. Вот Яков Наумович Зидельман, это я. Я готов ответить на ваши вопросы сейчас, готов предоставить планшеты, где можно посмотреть живую систему в кулуарах после завершения. Слушаю, готов к диалогу.
Спасибо. А знаете, сначала я скажу все-таки. Мы как-то вот уже прям вместе путешествуем, те самые 20 лет регулярно там я снимаю, вы, то есть, отец слышит, рубит, а я отвожу. Вот. Я не буду спрашивать, насколько эффективно эта конференция продвигает ваши идеи, я спрошу другое. А есть ли вообще какие-то наблюдаемые, какие-то измеряемые вообще-то факторы, что это помогло людям программировать или нет? Уже прошло время, мальчики стали большими. Те там студенты, школьники, которых я обучал Python, они уже там зарабатывают в Калифорнии там миллионы баксов, издеваются надо мной, значит, там начнем, переписываемся, вот, пока, значит, это самое. А, значит, есть ли какой-то такой прогресс? Потому что у меня есть ощущение, что вот это программирование машины Тьюринга, я в это играл и на детях тоже эксперимент ставил. Вот, это прикольный такой, ну, интересный опыт, безусловно, логической какой-то игры, но это ничего общего с программированием настоящим не имеет. Потому что настоящее программирование — это именно работа с текстами. Там главное не циклы, главное не эти циклы. Вообще программирование циклов может не быть. Это может быть линейное программирование, математическое программирование. Это главное именно текстовая формулировка. Это может быть реляционное исчисление. Это именно работа с текстами. А вот эта штука, это куда-то идет в бок. Это изучение иероглифов, это прикольно, может развивать правое полушарие. И вопрос, значит, соответственно, такой. А есть ли наблюдение, что это помогло именно программировать? А не чему-то еще, может быть, чем-то лучше стало? Значит, смотрите, первое. Да, я еще раз хочу повторить то, что я сегодня уже говорил. Да, что мы говорим об обучении массовом, а не профессиональном. Да, вот в свое время, когда я был там молодым, когда мне в руки попала первая в моей жизни книжка по программированию, я ее открыл и сказал, о, вот этим я буду заниматься. А что такое массовое, но не профессиональное? Вот не знаю, массовое обучение, да? Только. Вот. А когда я начал преподавать, страшно сказать, сколько лет назад, то первое время мне вообще было совершенно непонятно, как можно не понимать таких простых вещей. Почему вот эти дети, которым я пытаюсь что-то не объяснить, не понимают того, что мне, не сильно старше их на тот момент, совершенно очевидно. Потом с годами это пришло. Да, что такое массовое, но не профессиональное? Массовое — это означает, что мы считаем, что на сегодняшний день владение минимальными представлениями… Может быть, мы с вами говорим о разном программировании. Да, мы говорим о программировании как об умении планировать действия, структурировать данные, формализовать какие-то процессы. Просто вот текстовая такая вот игра — это Майнкрафт. По большому счету, это вот тот самый пиктомит, только неограниченный, где вот они там сами себе алгоритмы строят. Для того, чтобы там выжить, ты должен нарыть себе нору, там… Ну, не могу ничего сказать, ни разу не был в Майнкрафте, хотя знаю, что здесь привлекаются. Вот. Да, но вот могу сказать опять, значит, там, да, теперь, значит, есть люди, да, вот я сам когда-то таким был, которым, действительно, которым там сразу, вот они могут сразу войти в текст, ну, то есть смотрите, вопрос какой, да, вопрос в высоте ступеньки. Извините, сейчас так вот образно, да, у кого-то от природы длинные ноги, и он сразу шагнет очень высоко. А для кого-то эта ступенька кажется непреодолимой. Мы пытаемся выстроить вот эту последовательность не очень высоких ступенек. И вполне возможно, что кто-то с менее короткими, с короткими ногами, в итоге по этой лесенке-то заберется выше, если дать ему возможность начать. Так, коллеги, значит, давайте… Эта лесенка ведет… На эту тему можно говорить. На наш взгляд, она ведет к формированию каких-то. Значит, это как бы вопрос, да, что такое школьная математика. Школьная математика не имеет почти ничего общего с той наукой и математикой, которой занимается математика. Я прошу Но математику прощения. Зачем учить надо, что она в порядок приводит? Давайте дадим задать вопрос. Да, можно вопрос? Я здесь. Ага, вижу вас. Здесь. Да. Во-первых, я быстро прокомментирую третий пункт по поводу поддержки. Поддержка разработанного ПО не проблема, бесконечна. То есть она, все программы сейчас, это мейнстрим, поддерживаются бесконечно, и можно их бесконечно разрабатывать, говорить, что вы выпускаете новые версии, и финансирование на этом не закончится. Ну, если только от этого зависит. Ну, просто в системе Академии наук с этим есть некоторые проблемы, потому что вот это не коммерческая разработка, это должно быть подано как научная разработка. Понятно. Там вопрос заключается в том, что как это можно применить в системе того, как вот сейчас в школе есть такая штука, как в ГОСы. И есть определенная задача – решить определенный тест на ОГЭ или решить определенный тест на ЕГЭ. Та же проблема возникает на ЕГЭ. Вот Иван говорил по поводу того, что приходят на работу, вроде программировать не умеют, хотя вроде бы ЕГЭ по информатике написали. Они написали ее потому, что они просто взяли, открыли «решу ЕГЭ», выучили, как решаются задачи там, на Паскале или на чем-то еще, там же решение есть, и просто тупо вот это вот решение выученное. Они так, я помню, на какой-то конференции был, там какая-то девочка выучила там 30 строк кода и тупо так на работу устроилась. Приблизительно так это и происходит, они решаются. Эти ЕГЭ, это можно выучить. А как вот это вот внедрить, когда есть ГОСы и есть определенная задача научить вот только конкретные вещи? Ну, вот никто не хочет этого делать. На вот, самом деле, именно этим конкретным вещам, которые прописаны во ГОСе, мы фактически и учим. Цитата из ГОСа здесь была. Так это не программирование. Я и говорю, это не программирование. Как это? То, чему учат в ГОСы, это учат решение конкретной задачи в конкретном экзамене. Нет, называйте это как хотите. А я говорю, как программирование этим научить.
Именно так, программирование. Спасибо большое. Нет, решение конкретных задач конкретному экзамену – это проблема подготовки конкретного школьника и, может быть, в конкретной школе. Можно вопрос, да? Так, Игорь Чудов, Базальт СПО, программист. Я в свое время очень страдал, когда увидел новый кумир, и там не было кукарача, которую я видел в 90-е. Потому нет, кумира, кукарача в кумире никогда не было, это разные сущности. Хорошо. Вопрос. Вы говорили про то, что это открытое ПО, что оно свободно распространяется, но я не увидел ссылок, хотя было бы интересно собрать, посмотреть. Pictomir.ru, извините, вот как-то… Нет, насчет собрать не знаю, там можно скачать. А вот, собственно, вопрос. А вы не думали, что закрытая модель… Вы можете смотреть в репозитории СИЗИ. Вот я прошу прощения, да, вот Pictomir недавно удалили, на вопрос про собрать я просто некомпетентен отвечать, потому что в нашем коллективе я больше занимаюсь методикой, преподаванием, продвижением вот, работы с учениками, а не разработкой. Я просто не в курсе, извините, я не знаю. Я передам ваш вопрос и спрошу у Анатолия Георгиевича, ребят, которые занимаются разработкой. Боюсь, что… Я знаю, что скачать все можно, скачать, установить, использовать можно. По кумиру знаю, где взять исходные коды. По Pictomir не знаю, есть ли исходные коды в открытом доступе. По Pictomir, там, я могу сказать, по Pictomir была дискуссия. Один раз получили код, но он с тех пор уже устарел и как бы не собирается. Это надо выяснять. С кумиром всегда проблем не было. Это самое. Это... Вот. Так, все? Да, скажите, а я правильно понимаю, что Pictomir K это, по сути, просто последний компилятор из пиктомировских, ну, как бы из пиктомировской нотации в кумир? Нет, это Pictomir K, это система, которая внешне выглядит как Pictomir, и интерфейсом управляется подобным Pictomir, но возможности предоставляет, ну, не полные, но близкие к кумиру, и дает возможность посмотреть на программу, написанную в интерфейсе Pictomir, перевести ее в кумир и посмотреть, как она там будет выглядеть. То есть вот я занимаюсь с детьми в этой системе, показываю им программы в текстовом виде, обсуждаем мы их в текстовом виде, а пишут они их вот в этом графическом интерфейсе, получается быстрее, безошибочнее. Но дальше следующим шагом мы перейдем в кумир, перейдем в текстовую систему. А, то есть вы видите текст, но запустить его в Pictomir K нельзя, да? Можно, почему? Можно. Так, коллеги, это уже в кулуарах, давайте. Можно. Спасибо. Естественно, как в виде текста не запустить, это бессмысленно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Еще раз напоминаю, что планшеты, в планшетах систему можно посмотреть. Ждем на будущий год вас. И вот хотел где-то в доклад вернуть фразу, это не вернулось. Вот извините, Николай Николаевич, здесь, да? Просто вот в реплику к первому докладу о роли университета в жизни Переславля. Среди переславских детей, с которыми я сейчас занимаюсь, примерно половина – это дети тех моих бывших студентов Переславского университета. Дети первого.